Всем привет! Рассказываю. Несколько дней назад у нас пропала коза. Коза, кстати, первокотка. Посмотрите на ее вымя. Везде поискали, думали, что ну, все. 9 числа она пропала, 9 мая. Думали, ну все. Наверное, или медведи, или люди добрые. Дай бог, чтобы на молоко, а то вот... Могут же и зарезать. В общем, порастраивались. Коза, кстати, заанинская, бодровских кровей. Очень хорошая. И нам привезли вот соседи. Сегодня. Сегодня 12-е, да? Да. Сегодня 12-е. Вот такое чудо. Юда, которое родилось. Так что где-то она просто от стада, от нашего отстала. Родила. Вот такую замечательную прелесть. Понимаете? И они прекрасны. Покажу вымя, девки. Ну, все увидят. Я думаю, что она хоть и первокотка, но 4 литра совершенно спокойно даст. Так что вот, слава богу, нашлась еще и с потомством. Дай бог им здоровья.